They came to arrest him on August 18th, 1950. They search his two rooms all through the night. They seize 63 celluloid discs of recorded Jewish melodies. Восковые фоноцилиндры, на которые Моисей Яковлевич Береговский записывал как раз еврейский музыкальный фольклор. Этих людей, которые это напели, их уже нету, они исчезли. Мужиков вывели и расстреляли. Я, конечно, понял, что будут убивать. Я полез против течения. Народ туда, а я против. Дорогой немец, не стреляй мне в глаза. Стреляй куда-нибудь еще, чтобы я умер быстрее. Говорящие на идише, путешествующие из одной неизвестности в другую, начинают просто петь друг другу песни. Стало понятно, что песня просто необходима этим людям. Это была форма выживания, это была форма спасения людей. A small, fragile-looking man with phonograph in hand. He accomplished the impossible. He rescued the living voice of his people from the flames of the Holocaust. То, что я делаю сейчас со скрипкой, это не я делаю, это они делают. Это вот они с нами разговаривают.